Если ищете самого шустрого в мире лепщика вареников, то вам в Польшу. Беата Ясик – обладательница действующего рекорда Гиннесса за самое большое количество вареников, слепленных вручную за час, установила его в сентябре. Итак, ее волшебное число – 1066 вареников, то есть по одному каждые 3,4 секунды. Очень важны тип теста и начинка. Ну и если кто-то голоден, его нужно скорее накормить. К слову, предыдущий рекорд мира – 756 вареников за час – тоже принадлежит Беате. Она установила его в 2017 году. Беате 46 лет. Лепить вареники ее научила бабушка еще в детстве с капустой и гвоздикой. Такие традиционно приправляют карамелизированным луком и сметаной. Потом Беата освоила любые виды – с мясом, картошкой, лососем, шпинатом. Сладкие версии – с творогом, вишней или черникой. Для меня все вареники хороши. Можно сделать с любой начинкой на ваш вкус. Сейчас рекордсменка работает в ресторане в Кракове. Мастерство оттачивает каждый день. Готовит около 2500 вареников. Очень вкусно. Отличная текстура. Чувствуешь сыр, жареный лук. Очень вкусно и сладко. Отличный выбор вкусов. Я так и думала, что вареники такие на вкус. Они настоящие, и очень здорово приехать из США и поесть вареников. В городе Ивково, откуда Беата родом, ее знают в лицо и величают королевой вареников. Ну а сама кулинарка уверена, важнее не слава, а жизненный опыт, который она очень ценит. До совершенства доводит практика в любой профессии, да и в жизни. Нельзя сдаваться, нужно постоянно нарабатывать опыт. Встречаться с хорошими людьми – это самое главное. Тогда можно побить любой рекорд.